Строительство парка Дружбы народов началось этим летом, и уже возведены каркасы 5 домов – русского, мордовского, чувашского, татарского и украинского. Каждый дом будет представлять собой своеобразный музей, где выставят костюмы, предметы быта, расскажут об истории народа и его вкладе в развитие Самарской области. Но все будет не под стеклянными витринами, а в реальности. Здесь воссоздадут обстановку, в которой жили наши предки несколько столетий назад. Всего будет более 20 подворий. Условия для всех народов равны. 55 метров площадь дома и подворье 5 соток. Этнографический комплекс должен стать символом добрососедских отношений между народами. Очень нужное дело, где можно будет съехаться, побеседовать, узнать, чем живут другие национальности, рассказать о чем-то своем. Мастер-классы по национальным ремеслам, угощения, выставки предметов быта, отражающих особенности народа. Программа праздника насыщенная. У нас 157 национальностей живет на нашей родной Самарской земле. И для нас дружба народов – это самая главная основа для того, чтобы мы счастливо жили. Это самая главная основа, чтобы наша страна в итоге была великой. Захватывающее зрелище – выступление канатоходцев, подарок от народного коллектива из Дагестана. Символом единения и дружбы жителей Самарского края стал хоровод из нескольких сотен участников самых разных национальностей. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.